8 апреля в свет вышла статья первого президента Республики Казахстан Ельбасы Нурсултана Назарбаева «Когда мы едины, мы непобедимы». Павлодарская общественность, волонтеры и предприниматели поделились своими мнениями. Совсем недавно вышла статья Ельбасы «Когда мы едины, мы непобедимы», в которой говорится, что в период пандемии коронавируса мы должны быть особенно сплоченными и не поддаваться панике. Я, как руководитель клуба «Добряков Павлодар», хочу сказать, что мы поддерживаем эту идею. Мы всеми силами будем стараться помочь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.